Я как бы не очень такой хороший микроконтроллер. Я только с большими армиями управляюсь лучше. Короче, оклик, да? Оклик. Нет, оклик и букоты. И через shift, знаешь, такой оклик прокликанный. Вплоть до базы противника. Да. Ребята из одного клана. Нам не повезло. Они точно играют дольше, чем мы. Да ладно. Просто это проблема. Это определенная проблема. Пойду, стащу у тебя одну пробку. Нет. Да. За что? Пробка. Стащу у тебя пробку. Ренат. Так, давай я сразу поставлю здесь пилон. Эй, я пилон хотел поставить, ну ладно. Так, а смысл? Я ж пробку только стаскиваю, да и все. Иду смотреть пилон. Ты понял, короче, чем я пробку стаскиваю, иду, говорю, надо смотреть пилон. Что за вообще? Да, вот, мне тоже интересно, что ты мутишь. Иду, разыскиваю противника. По-моему, он не здесь. Он не здесь. Мне кажется, он прям рядом с нами, слева от нас. По закону полностью? Да. Потому что я сейчас иду через низ, как бы. Ты понял? Да. Не забудь сразу после построить гита, построить... пушку. Совсем. Ну ладно. Где ты, гад? Где ты, гад? Нехороший. Сколько раз приходит к тебе на базу, да? Сносит меня. Одной кисенкой. Да, он с этой стороны. Пробую запилить ему ежика. С охотом это сложнее, потому что нет, знаешь, такой неожиданности. Неожиданности в чем? В этом. Что называется? Эффект неожиданности, когда чувак не ожидает того, что происходит. Потому что тут два человека, эти, блядь. Они могут вдвоем не ожидать. Ты знаешь, неожиданность вдвойне. Ну это... Да, ну ты у меня тут застроечка уже есть, да. Мариками. Сколько у него мариков? Было три. Сейчас не знаю. Да свершится правосудие. Одну возвращаю. Вам пробку, мистер. Нам надо экспанс строить уже. Сразу. Сейчас я и выделяю пробку туда. Я уже выделил пробку туда. Так просто на месте. Вон она идет. А, это? Ну ладно. Ладно, пусть будет две пробки. Не хватает минералов. Че нет? Не хватает минералов. Куда ты потратил минералы, лол? Я вообще-то экспанд хотел поставить. Не хватает минералов. Хорош тратить. Чувак, нам надо, блин, вообще-то это. Сорян. Идите. Здесь. Привычка. Привычка, хреновая привычка. Ставь на добычу минералов, чай она сразу добывает. Что поделать? Потом узнаем, если он сразу выйдет на вот этот экспанд, например. Стал на пилон? Ну, также я вниз по пилон поставил. Вот сюда. Блин, промахнулся. Вот сюда. На пробел нажал просто чуть-чуть. Я пойду всеми войсками прогуляюсь. Чисто такой, куда, мать твою, да? Ну ладно, управляй войсками, я пока базу развиваю. Я здесь, среди теней. Мы в кого идем, кстати?
Мы в гипер для начала идем. Там уж как получится. У нас нету потом оверчарджа, кстати, по идее. Нам нужны дополнительные гипи. Ну они строятся, вон они. Чего больше гипов? Как бы жди, если чё. Перворожденные выстоят! Так, ладно, гипи я на троечку запишу. В принципе, я могу пока потихонечку. Не хватает ни... На тебе еще гиты. И зачем ты на троечку пишешь гиты, если у тебя они на W стоят? Перворожденные выстоят. Ну у тебя как бы вот знаешь, вот есть. А, кнопочка. Понял. База атакована. Приказ получен. Видный Марик. Мне так кажется, что он тут сидит где-то рядом. Стоп. Ой, ё-моё. Что-то поздно оружейку влепил. Ау? Поздно оружейку влепил, говорю. Это уже для этого. Как он называется? Для прокачки. Я здесь. Ну ты понимаешь, что я микро, да, оно как-то не сочетается немножко. Тащи давай! Заткнись и тащи! Оно просто не сочетается, как? Я вернулся, чтобы служить. Слава Деламам! Приказывай! Да будет так. Иммортал. Круто. Не хватает минералов. Сука. Посканил. Мы согласны. Ходим. Ходим. Сматываемся. В наших сердцах. Отправь Зилкан на базу Зилнага. На базу Зилнага? Или... А, хотя, в принципе, не надо. Пойдем фиг пойдем. Чуть сильно. Адепт отправлю. Не нравится адепт, потому что смотри. Да, я видел. Хоп. Кинала Атур. Как мы умудрились призвать, да? Среди теней. Прожопые такие. Передроп решил сделать? Передроп, говорю, решил сделать? Эй, я его не сюда отправил. Мы ждем. Хорош! А да, устал, сволочь. Усиление шпионной сети. Он нужен. Давай, где твои войска? Взывай пока. Там больше пилонов надо. Я здесь. Ладно, я займусь. Среди теней. Пилоны. Пилоны. Я займусь пилонами. Я забыл, что это важно. Я просто заигрался, знаешь, с микроконтролем. Так, на всякий случай изучу дальность колосса. Просто потому что надо. Бля, пилоны, пилоны срочно нужны. Враг познает нашу ярость. Жизнь за Айю. Короче, повод. Такие, знаешь, зашли на чужую базу. Я здесь. Микро. Замикришь? Не уверен. Ты всей армии пошел. Я в курсе. Ладно, тащи. Заодно посмотрим, что у него. Ступай, блин. Я здесь. Среди. Давай, 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 давай. Дорезай, там немного у него войска. На центр прорвемся, и все нормально будет. Усиление. Давай, открывайся на центре, пока колоссов будут тебе подставлять. Весело так. Я тебя сейчас еще... Ты пока там дерись, я сейчас тебе славы. Подставлю дополнительную армию. Подстрою нам этот. Хеллоу! Место рождения минералов истощено. Че, че, че? Вот он лоханулся. Давай, сказай своих рабов, давай, давай, красавец. Направляй. Карин просто. Кинала Атур. Враг познает нашу ярость. Месторождение Минералов. Разработка завершена. Ты так как, норм сами? Ну так, да, но мне нужно, чтобы ты мне сюда еще одну призму прислал. Мне дотекание нужно. К тебе колосс сейчас придет.
Сейчас до Дикани придет по-другому. Пешком. Тоже рядом Дикани есть. Ну что, отступи, сейчас колосс придет. Ну, тут отступать, знаешь, тоже такое. Ну или законтри так, чтобы у тебя воины остались. Я этим пока занимаюсь. Не хватает. Блин, денег нет. Да что деньги потратил? Я на этих настал трех. У тебя колосс появился, иди управляем. Я здесь, среди теней. Я вернулся, чтобы служить. Я как поставлю. Давай, давай. Минус один. Чё, мы затащили? Да. Чё? Чё? Моё не... Моё микро без микро затащило. Я тебе говорю, мне в макро надо идти. Микро-макро-лол. Вот этого, вот знаешь, вот этого я не ожидал, да? Ладно, всем спасибо за внимание, пока-пока.